Ксюша, капец. О, аккордеон. Они не работают. Офига тут. Утилизация. Это вот это все утилизировать, да? Да. Вот это все. Кошмар, жалко. Это очень старое. Ну что? Очень старое. Ну да, вот там в музее надо. А раз не помогают? Так она сама всегда так играет. Да? Да. Сейчас. Я помогу. Не грохни ее. Тут даже подписано. К Сереже тут какой-то, к Сереже. И как? Да, это так. Никого нет, не боюсь. Нас. Так, так. Нифига себе, обалдеть. Это ты сколько ходишь-то сюда? Два месяца, ну, один месяц с чем-то, и при этом уроки у меня два раза в неделю. Офигеть, это ты за один месяц так научилась играть? Это еще не все. Так у тебя талант какой-то музыкальный открылся, по-моему. Я в шоке, если честно, вообще в полном. За месяц ты же вообще никак в руки даже не брала его. Давайте новое. Это новое, я ее учу где-то 4 урока. Ой.
Я же услышала. Ты пропустила кусочек. Две. Потом терция и ре. Терция и ре. И опять две. Ты это пропустила. Все. Украинская народная песня. Взял бы я бандуру. Взял бы я вперед. Царевична королевична идет. Давай. И остановилась, встала, улыбнулась. Теперь садишься на уголочек. На уголочек, попу больше туда. Берешь бандуру. Так, стоп. Стоп. Наоборот, ручки перепутала. Вот так берешь. Вот. Давай. Раз, я помогаю. Села. Я объявляю. Украинская мелодия. Ой, стоп, рука на колени. Ой, ты девчина зарученная. Значит, когда я говорю мелодию, мы не поем, и ты играешь без вступления один раз. Си до си. С улыбкой. На коленочку положила, улыбнулась. Теперь берешь, ставишь бандуру. Как ты? Нет, стоп. Да, вот сюда бандуру берешь. Нет. Еще раз. Но на этом концерте я подойду, сниму тебе. Вот, отсюда бандуру берешь. Давай. Снимай. Вот так вот. Давай. Становишься. Становишься. Кланяешься. Все директоры. У меня попу нет, вставляют. Кланяются. Вот так. Кланяются. Ты все должен научиться. И уходишь. Покажи, как будешь уходить. Хорошо, молодец. Все, бандура больше, Ксюша. Все нормально. Значит, бандуру, когда несешь, надо зрителям нести. Вот это твоя, вот эта спина. Понимаешь, спиной не поворачивать. Вот, это ее струны, ее улыбка. Да, все. Теперь опять выходишь, сейчас мы будем два куплета с тобой петь. Другой вариант. Выходи. Вот, молодец, встала. Села. Берешь бандуру. Да, вот, уже получается. Значит, когда мы поем с тобой два куплета, ты должна сыграть вступление. Помнишь вступление какое? Да. Ну, я буду петь с ней, да? Значит, так, раз, давай. Здрасте. Стоп, посмотри.
во-первых, даже если ты сбилась без «ой», обдури их, они не знают, что это неправильная нотка. Выкручивайся. Это я знаю. Поняла? Все, давай, ножки красиво поставь. Давай. Thank you.
О-о-о!